Сегодня в БНТУ открылся Центр казахского языка, истории и культуры имени Абая. Этот образовательный корпус станет площадкой для белорусов и иностранных студентов. Ответный культурный ход уже в ближайшее время будет сделан и в Астане. Там, на базе Евразийского национального университета, откроется белорусский центр. Кроме того, сегодня президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву заочно присвоили почетное звание профессора БНТУ. Мантию, документы и знак посол Казахстана в Беларуси обещал передать, как только предоставится возможность. Все это мы говорим это в едином экономическом пространстве, так как три государства сегодня в гуманитарном, в образовательной сфере, в культурной сфере, это вот как раз объединение такое. Он как бы создан в рамках корпорации высших учебных заведений и научно-исследовательных учреждений Казахстана и Беларуси. На почве узнавания культуры объединяются, тогда они становятся ближе. А значит, и экономические вопросы, вопросы дальнейшего сотрудничества, возможно, образование семей. На нашем факультете обучаются студенты из других стран, в том числе из Казахстана. И очень важно, что мы можем развиваться и культурно.